Здорово. Юса! Здорово, камни. Вы на канале ProGus Gaming. С вами сонный Андрей и бодрый Дима. Очень бодрый. Очень Дима. Я вот думаю, знаешь что? Через несколько лет, когда у тебя уже, ну, типа там камни, блядь, были, там будет здорово, дерево, здорово, жизнь, здорово, пластмасса. Кстати, здорово пластмасса возможно, да, здорово пластмасса мне нравится. Здорово, я не знаю, блядь. Ибупрофон. Мы играем в игры, проходим К их, сожалению. стараемся на 100% при первом же прохождении на максимально доступной сложности. Сейчас у нас вторые полжизни. Это еще одна половина вторых полжизней. Восточная черная меза у нас сейчас, нас там ждали, мы туда очень ехали. А мы все ждем игру. Все, ждем хорошую игру. Оу, пес. Да, лис. Ой. Есть картинка на Твиче отличная. На Ютубе, а ну-ка, на Ютубе картинка отличная. На ВК картинка, ну ВК картинка отличная. Я, кстати, по-моему, я раскусил Ютуб. Так. Значит, смотри. Ну, я, скажем так, я там, возможно, можно и пищу упростить, но не факт. Нужно на самом канале заходить в трансляцию. Когда там, типа, там можно меню нажать, типа, на трансляцию. Вот. И там нужно каждый раз, типа, в настроечках одну галочку ставить. Вроде как это работает. Андрюха, тебе сейчас полярником будут глаза выжигать. Наверное, паяльником, пишет Стасон. Да, у меня, во-первых, я не выспавшийся, во-вторых, этот желтый свет, для того, чтобы меня было нормально видно, он светит мне почти в глаза, это... Слушай, ну сделай, чтобы тебе было комфортно. Чё ты страдаешь-то? Блин, ребята, у Вообще меня глаза недавно. слезятся, но это ради стрима, ради того, чтобы вы видели меня. В Андрей, смысле? прошу тебя. Спасибо большое. Стас, эй. Эй, Стас, Здорово, эй. СТС. Я... СТС. Здорово, карта. Здорово, СТС. С. Стас. Что ты делаешь, Андрей? Все, дали какую-то хуйню и понеслось. Грави-пушка, брат. Я вообще ее из рук выпускать не собираюсь. До конца игры. Только с ней будешь все проходить. Ну, пушка офигенная. Ну, эта фишка была когда-то халвы, вот эта грави-пушка. Потому что с ней, блядь... Мы не ходим в рейв. Ходим в рейв. О, я помню эту часть. Ты помнишь эту часть? А, я вообще плохо помню эту игру. Скажем так, самая, как по мне, она самая необычная во всей игре. Ну, в этой части. Ага. Окей. Самое необычное во всей части. Во-первых, из-за музла, потому что такое... God damn Jesus Christ. Ха-ха-ха! Ладненько. Половинка моя, половинка. Норм. Окей. Пацаны. А ну-ка, автопати, я смотрю, прошло на все 100 хорошо. А, это от взрыва его так это Да, да, колбасит, да, да, что да, ли? да, 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 но это жестко. Андрюха за рулем Half-Life это чисто спидран. Это я тут без запятых написано, блять, Стас. Типа Андрюха за рулем Half-Life это чисто, точнее, без запятых, без тире. Это Димас, чисто обычно ты спидран. так пишешь. Ну, блять, это ужасно. Я Оу. хотя бы других научу. Таких, как я, будет меньше. Ой, не я, Sorry, не... guys. Тут, слушай, тут была дискотека, вот прямо в этом месте.
Картина след... Это утро чудес. Блять, ты почти хорош, кстати, был. Ты как я, когда базукой, чуть ли не базукой стрелял, помнишь, там узкий коридорчик с этими, с растениями, которые взрываются. Да. Муху разъебу. Так, там была вещь, которую мы пропустили. Я хочу к ней вернуться. Вещь? Какую вещь пропустить? А, да, их можно... Все правильно, да. О, теперь Стас написал все правильно, абсолютно написал. Димас по-английски из Вении. Ну, типа. Кек. Типа, чтобы, ну, такой. Я типа, понял, да, такой, да, да. Такой. Fuck you, fuck your asshole. А, это, ну, это все ради тупика. Геймдизайн, детка. Это тебе не Until Dawn. А, нет, Until Dawn, да. Бля, я знаю, кем Until Dawn вдохновлялся. Ха, кем? Ну как, вот этим левел-дизайном. Они такие, блять, хотим играл так я же. В халву вторую. И там был момент, когда ты идешь и... Что там, что там? И ничего. Кишки. Кто это орёт? Окей. Почти. Блин, я магнум не хочу тратить. Что у нас там вообще еще есть? Ой, оу. Лучше никуда. Гачимучи Half-Life пишет Стас. Почему Гачимучи Half-Life? Я не знаю. А если... Нормально. Ты просто делаешь больно. Да. Это хорошо было, кстати. Спасибо. Не сразу ее увидел. Это было профессионально, я бы сказал. Это нам не нужно. То есть я увидел определенный профессионализм в твоих действиях, кстати. Спасибо, спасибо. Так, Базес пишет, что помню, как в 12 лет ссался с этого уровня, КФ. А, да, он стрёмненький, кстати, такой. Я он. Тоже, кстати, Тём, когда играл, я запомнил именно этот уровень. Я играл один раз всего лишь в эту халву, но я запомнил, потому что он такой, типа он мрачный, тут, блядь, везде какая-то ебучая расчленёнка. Nice. Какой-то там дед, который вещает про Альбукерке. Ну, ты хорош, конечно. Спасибо. Чувствую, еще кто-то здесь есть. Все, нечего тебе забрать. О, стул. Стулом ты опизделишься. Ой. О, найс. Ну, бля, я знаю, зачем ты. Так, я знаю, что вот здесь вот есть то, что мне нужно. Спасибо. Удобно. Да, и мне не... кажется, что просто здесь что-то есть, что можно увидеть. А ты убил чувака? Да, я бочку в него кинул. Жизни я люблю. Киндер жизни. А, это вот этот чувак был. Киндер жизни я люблю. А, окей. Найс. Это я люблю. Ты же горишь. Он за тобой присмотрит, Андрей. Супер, спасибо. Одним глазочком. Вот как за ними присмотрел, плюс-минус. Я в огонь уступил, да? Да. Нет.
свои УЗИ с правой руки. Ну-ка. Ну-ка. Ну это такое. Было жестоко. Да это вообще-то супер жестоко было. Да, выключи, согласен. Не хотел так делать, бро, сорян. Это просто газовый душ. Да, в простонародье называют. Нет, я не буду так шутить. Не надо. Аккуратно. Я понял, что ты хотел. Все поняли. Да, дай ему это отвинтить себе голову. Окей. Окей. Есть лезвие, гайс. Кто-то хочет лезвие? Кто-то хочет побриться. Быстрое бритье. Вот они хотят. Ты побрил его. Найс. Чувствую, бьется током. Ага. Блин, отстойно. Димас. Так, чувствую, Димас отключился. А, ага. У Димаса ёбнулся инет. В целом ничего нового. Вот, в целом ничего нового. Здесь, здесь можно на второй этаж забраться. Окей. Вижу гада. Видел. Гада сейчас не вижу. Вот он где был, слизняк. Дима отключился совсем. Ну туда же как-то можно же сюда попасть. Как-то же можно сюда попасть. Я же уверен в этом. Угу. Ладно. Как-то может по-другому туда можно попасть. Ага, окей. Так, ну это меня бахнет током. Сюда и можно попасть. Вот. О, слышу Диму. Здорово, мистер, у меня опять отрубил интернет. Да, давненько не было. Я уже привык. Хорошей жизни. Слушай, тут что-то есть, тут вот можно куда-то забраться, но только у меня не получается вот туда. А туда нам и не надо забираться, я оттуда, собственно, никуда и не смогу пройти. Так, окей, ладно. Куда тогда, я не понимаю. О, бля, ну я пришел, сейчас разберемся, Андрюх. Как будто бы вот туда вот можно, но вот это туда, а чтобы туда, то это что, то это как, это может быть как-то вот отсюда, не понимаю, как-то может. Ладно, давай еще раз посмотрим здесь. Ты не можешь пройти через эту хуйню, а ты сохранялся, пробовал забраться на нее? Ну давай попробуем, ладно. Попробовал, да. Так, окей.
ты подумал, что надо... Проводочек отрубить вот этот вот, да, думаю. Да, ты стрелял по нему. Да, я стрелял по нему. И нихуя. И нихуя, да. Вот там явно доски, видишь, по которым надо идти. Да, и они явно уходят вот в это окно. Как попасть в это окно? Налево. Вот наверх. Там тупик. Там некуда идти дальше. Так, тут это говно непонятное. Ну уходи, давай пойдем посмотрим еще. Что тут что-то где-то есть. Ага. А, найс. Да, нормас. Есть же стол. Уи. Уи. Ах ты. Гад какой. Обнаружены легкие. Обнаружены легкие. Ну, внизу мне, вниз иди, мне кажется. Там есть проход справа внизу. Интересно. Кинь в него бочку. Чё ты как девочка? Окей. Изи. Так. Вот. О, там значок халвы. Хе-хе-хе. Прикол. Что это за хуета? Ладненько. А-а-а, вот где это. Прикольно. Прикольно. Но все равно ты мудак. Гони 100 баксов. Туда я не хочу. А вот сюда я хочу. Не успеешь. Блин, ты как будто тектоник танцуешь, когда бьешь. Так тур, тут, ну то есть он как-то бьет так налево, направо, под углом, немножечко вот так вот, смотрите. Ну так, в общем, как будто вот, ну, тектоник как будто танцует, ну, да? Тектоник с ломом. Тектоник с... Ломов, ломовик, стеклом. Оу, я помню. Че за хуйня? Какая-то модернизированная уроды? Какие-то... Это эти. Помнишь, кого мы выпускали тогда? Чтобы они похавали все живое. Нет. Мы в улье находили их. А-а-а, только мы находили большого батю. Да. Отца всех. А, это... Окей. Вот так. Ты выключил электричество в итоге? Да. Да. А это тот же самый проход, только... I should know what to do. Они выглядят чуть стрёмнее, чем хэткрабы. Да. Так себе. Они прям еще более так себе. О! Неплохо. Спасибо. Плохо. А, вот, они... Ови? Отравляют. А как у тебя жизни восполнились? У меня противоядие введено было. У меня, видимо, было... я понял, как работает яд. У меня просто было 100 жизней.
чувак наносит одну единицу урона, снижает тебе количество жизни, типа там до 10, а потом оно тебе восстанавливается. Потому что, типа, костюм вводит противоядие. Прикольная механика. Ничего такая. Слышу звуки. Базуки. Ладно. Смешно. Здорово, дед. Блять, я случайно. Хорош. Спасибо, дед. Было бы забавно, если бы вышел и сказал: в Рейнвенхольме тебя могут убить. Будь аккуратен. В целом принял. Туда надо. Вот это я дятел, конечно. Спасибо. И он такой: не-не-не-не-не-не. Ебать, их там много. Может, туда что-то пукнуть это, что-нибудь. Да, Андрей, почти. Сука. Это было быстрее, чем перезагружаться. Нет, я думал, гравипушкой там ты войдешь, какую-нибудь херню возьмешь и. У них шмальнешь. Шмальну. Там третий есть, я знаю. Я не хочу слушать, как ты страдаешь. Плиз, бро. Спасибо. Я не хочу слушать, как ты страдаешь, и в себя пульнул. Не настолько сильно. Решение многих проблем, что могу сказать. Какие они. Ну, почти, брат, почти, почти, почти. Здесь в целом то же самое. Ладно. Окей. Ну давай, Андрей, давай. Одного убил. Двоих убил. Мне кажется, есть ачивка, где надо убить, типа, пятерых таких чуваков. Ебать, это твой пулемет. Ага. Там, кстати, знак справа, ты видишь? Да. Окей. Застрял, мне кажется, чуть-чуть. Может, туда, кстати, нельзя. Да вот наверх точно можно. Найс. Nice.
На секунду я подумал, что сюда нельзя. Нет, нет, что-то. Это ж халва. Игра слишком продумана, чтобы делать такие вещи. Тут физика, видишь, какая. Чтоб ты понимал, я просто не мог пройти и упал. Тут физика, тут не физика, тут физика. Тут физика, поиграй в нашу физику. Да. Let's play our physic. Фу, слава яйцам. Так, пасту. Мою пасту встречал. А туда, если я пойду, то я ничего не добьюсь. Ну, я туда и не хочу тогда. Хочу сюда только. Понятно. Ладно. Давай попробуем. Может быть, игра задумывала это вот так. Видимо, игра это задумывала так. Поэтому я и не застреваю. Бля, дверь такая низкополигональная. Кто ж знал? Кто ж знал? Я знал. Обычная. Ну, ты думал, вот так получится. Ну, я понял. Да, просто выбил окно своим присутствием. Окно и мозги чуваку. Цветочки? Ну тогда мы целый букетик тебе принесли, братан. Бля, Димас, чё это за фразы? Пацанские цитаты детектед! Это одна из тех фраз, которую мог сказать Вин Дизель, знаешь. Я, видите, сказал бы что-то про семью. Они вообще умирают? Умирают. Да я знал, что ты здесь. Ну, оу! В доме. То, о-о-о. Что вы здесь. Кстати, они могут в окно пролезть? Как видишь. Мне кажется, не могут. Не могут. Слишком тупые. Они даже атаковать не могут через окно, чувак. Тут комбо-бомба. Оу, найс. Мне нравится. I like that, come так, on. Вот, ты проверил этот, там дальше был какой-то проход в доме, или мне показалось? Тебе показалось, брат, тому не было. Yeah. Угу. Или ты имеешь в виду вот здесь вот? Да, вот здесь. Здесь вот не чекал. А, все. Здесь тупик. Это все, иди дальше. Радуй всех. Местных. Местную детвору. Да. Ага, вон там пацан. Он живой. Это меня уронит отсюда, скорее всего. Это внизу был, да? Да. Я как будто бы приехал вот оттуда из низа. Из низа приехал. Андрей! Я как будто бы, понимаешь, приехал из низа, Дим. Понимаю.
Я обжегся, да. Ну ладно, бывает. Приятное. Слышу пацанов. Ты с кирпичом, блядь, ходишь, как? Ага. Что, ага. Левел дизайн подводит? Ага. Угу. Вижу, кстати, пацана. Да. Добрый день. Ну, кайфулечки. Найс. Так, у меня полный запас гранат. Это значит, что надо срочно одну использовать. Самоубийца. Сейчас ты назад идешь. Пусть будет. Я иду назад в рамках этих двух минут, а в рамках сюжета я уверен, что я иду куда нужно. Окей. Okay. Это... Такие штуки я люблю. Изи троих просто зарубил, братан. Ты хомячишь там, да, сидишь? У меня завтрак. Приятного аппетита, Димас. Спасибо. Ты что-то насмотрелся на эту расчлененку и пожрать захотелось. Понимаю, прекрасно понимаю. Какого дьявола? Это что, блядь, такое? Ой, там няшки сейчас пойдут, вкусняшки. Какого хуя? Прыгни еще раз. Окей. Окей. Какие парни появились? Бро, тебе к стоматологу надо сходить. Там не только к нему, но начать можно с него. Тебе в принципе бы сделать чек. Обед таксиста чек. Согрей их. Давай вместе построим дом нашей мечты. Вот он, первый кирпичик. Чей. Так, слышу пацанов. Ну и ладно. Бля, как крипово, тут просто трупы висят. Да. Да не орут еще тут все. Жестко. Это жестче, чем первая часть. Сильно жестче, чем первая часть. Давай еще раз. Спасибо. Как будто бы да. О! Найс, это мне подойдет. Ладно, не допрыгну я до туда. Чувствую, не получится. Да и зачем? Да и зачем?
Вот это коробки не мнутся, ты прикинь. Технология будущего. Коробки LOL Pro. Спасибо. Обнаружены легкие, обнаружены тяжелые. Хуярь, Андрей. Спасибо. Не разбивается, да? Ну ладно. Тоже, видимо. Пила обратно отлетела. Опа. Окей. Бля, эти черти, это черти. Да. Сюда, брат! А, такой эхо, слышишь? Это мне по вкусу. Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови. Хорошо, держи это в секрете. Ок. Андрюх, никому. Какие они чандоны. О, 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 о. Я упал. Я вроде не супер сильно упал. Интересно, что ты не умер. Интересно, что я действительно не умер. А... Куда тебе надо теперь? А, в церковь, а как туда попасть? Думаю, что вот можно пройти. Надо прыгнуть в эту водичку. В водичку, да. Я не очень хочу прыгать в водичку, пока там эта чертовщина живая. А, стой. Целься в голову. Окей. Это просто точно, это точно минус один. Блять, какой пиздец. Морозота какая, а? Блять, с ними на крышу, конечно, такое себе. Да, развлечения не из приятных. А тут ничего, собственно, нет. Ну давай, выпрыгни сюда, Джандон. Ах ты, какая мразота! Ладно. Ты так вкусно хаваешь там, сидишь. Так, что делаю? Хаваешь, сидишь вкусно. Да.
Так с фруктиками вкусно всегда. Все, поел. Я теперь полностью в игре. Амен, бр. Бр-бр. Ага. О, там пацаны бегают, тебя ждут. Да, прикольно. Не прикольно. Уф! Ок. Думаешь, что это? Что заработало? Лифт. А это ебать, он сколько поднимался. Просто кину его здесь с собой. А, он упал. Ну, пусть лежит внизу. Бля, братан, это какая-то грязь. Что именно? В целом, этот город. Да, да, филф. Какого дьявола это было? Ебани... Ага. О! Решение взять с собой баллон было неплохим. Да. Вы чем-то недовольны? У вас, может, что-то не так в жизни? Может быть, вы просто работаете в бухгалтером среднестатистической компании? Ты все еще жив? Надеюсь, нет. Ну, можно вот туда, можно вот туда. В целом, тут только вот туда и можно. Ну, зато не офисные коридоры, да, Димас? Это правда. Чуть-чуть как-то по... воздуха больше во всех смыслах. Чувак, что за жесть, блядь? Какая-то вот жесть. Такая вот. Вот эти быстрые чуваки мне напоминают чуваков из Dead Space 2. Там тоже они есть. Тоже быстрые, блядь, пиздец. А, блин, с этими бочками ни хрена не видно. Да. Но мне кажется, их не просто так тебе скинули, потому что сейчас... бегут, да, чувствую, там, замес будет. О, нет, фак, она отлетела. Пацанчик. Окей. Слушай, это неплохо. Что, там выиграл? Что отличает левая полоска, если правая за патрон? Жизни. Сейчас видишь у меня, да, вот как я отработает.
блядь. Прям дохуя. У меня там... Кинем гранату. Либо так. А бочек нету, да, больше? Справа. Или... Ну там... В общем, если побежишь, по-моему, чуть подальше, там, по-моему, бочка будет. Потанцуем. Релаксим на цели. О, боже мой, чем мне вас заковырять-то? Хорошо. Их было много. Ну так, ресурсов тоже было предостаточно. Мог бы как-то получше реализовать. А вот и были бочки. Да, вот я про них говорю. Боже, их прям очень много. Будь аккуратен. Ебать! Блин, я тебя везде. А, это будет кек. Оу, там была вторая бочка. Не ожидал. Нахуй их. Хотя, если они мешают... Да, их не то чтобы нахуй, знаешь. Я вообще никого здесь не убивал. Патроны только тратить. Вот чисто боссов. Они просто очень отвлекают. Ага. Норм. По-моему, тут еще один парень остался. Ты рычаг нажал, да? Вроде нет, нет, не нажал. Я правда не понимаю, зачем эта хрень подъехала к какому-то смыслу. Пока что. Можем ее. Не, смотри, на ней платформа. Ты должен пропрыгать там. Справа всякие, вот видишь, наверху ага, есть всякие штуки, ага, чтобы ага, забраться, ага, ага, ага. А это я обошел, да, эту улицу? А здесь, угу, окей. Гранаты здесь где-то есть, о, прикольно. Он говорит, ебать больно нах. Да, я тоже это услышал. Ебать больно нах. О, да? А что, побью конец патрон? Три раза я отнесу в комнату. Вот так. Так, нормально. Нормально. Смотри, какая зеленая оградка там была, стена или как-то там. Плющ. А, я так понял, они просто идут. Скорее всего. Просто идут. И мы просто пойдем. Он же здесь где-то, да? О, блядь, еще и жирнич. Ладно.
Это забавно, кстати, что он меня пиздит медленнее, чем она меня отхиливает. Так, плохая идея. Плохая идея, плохая идея. Забей, не убивай, иди, да, сразу. А, мне только сверху надо. Забей на них, просто пропрыгай наверх быстро. Бля, там звуки, бля, свиноферма. Хорошая была бы идея, если бы... Вот, точно. Правая кнопка мыши. Правая кнопка... Это... Все, вы здесь? Потусуйтесь тут, пожалуйста, какое-то время, ребятки. Спасибо. Опа. Так, а туда как попасть? Ага, 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 ага. Ой, хорошо. Кайф. Хорошечно. Оу! Хорошо среагировал. Как там пацан был, или показалось? Это не стёбнись. Блин, тяжело на крышах с ними стреляться. Да, тяжело. То есть я понимаю, что тебе надо маневрировать, и тебе надо помнить, что ты можешь ёбнуться. Сзади, если что. Они не допрыгнут? По бочке, по бочке. Как видишь, чувак меня прикрывает. Спину, так сказать. Конечно, я стол хотел взять. Естественно, из трех лезвий, что лежали вокруг стола, я хотел взять именно стол. Это кек. Давай, давай, помнишь, давай, 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 давай. Ой, ну почти хорош. Чуть-чуть был бы и вообще хорош. А, ты помнишь очень страшное кино? Да. Помнишь, когда в самой первой части, в самом начале, этот чувак Крик начинает за первой бабой какой-то бежать, и она бежит-бежит и добегает до стола, и там лежит пистолет, нож, топор и ложка, да, и она банан берет. И она банан берет, да, вот типа того. Так, я пришел сверху. Бля, ебать там пацанов. Кстати, по ощущениям, как будто здесь вот эти чуваки снимают меньше жизни, чем в первой части. Ты про хэдкрабов? Да. Ну, это хорошо, что здесь так. Было бы странно, если бы они снимали столько же, сколько и 8 видов других монстров. Да, но тут, и мне кажется, концентрация врагов больше в этом. Да, гораздо. Там их меньше. Там они бьют сильнее, но их меньше. А тут прям, типа, тебя высыпали и такие, go, yes. Да. Зер. А там сзади еще, да, чувак? Вот там вкусненький какой-то. Да ебать, у вас махач просто. Чисто закидал его. Хабиб против кого-то. Хазбика. Да. Знаю, блин, и вот куда? Мне наверх или вниз? Там и там вроде было, чё, куда пойти? А, отсюда я, кажется, пришел. Да, отсюда я, кажется, пришел. Ты тут был? Как будто бы да. Какая-то хуета. Значит, я знаю, куда мне. Если здесь я был, то...
остается единственный оставшийся правильный путь. Спасибо. Пожалуй, возьму с собой ненадолго. Учитывая, как часто на меня тут нападают всякие петухи. Нахуй. Хорош. Хочу ли я падать? Хочу ли я посмотреть, пойти посмотреть, что вон там вот за дверь? Видимо, хочу. Сука какая. Тут, мне кажется, кто-то рядом с тобой. Не, вот чувачок. А и в итоге я умер. Хоть он жирный. Опять патрон. Какие звуки? Не криповые, абсолютно. Абсолютно не криповые. Опа. Опа. Приятная. Вот тут хэдкрабики спят, видел, там матрасики для хэдкрабиков. Блять, сука. Ну... С ним проще так. С ним проще не разговаривать. А к чему это патроны лежат здесь, так что ты не хочешь мне еще давать? Мне кажется, это дробилка. Да, серьезно. Нет. То есть тут у Кольта всего 18 патронов может быть. Окей. Андрей. Ау, ау. Андрей. Чего, 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 чего? Чего, Димас? Я слышу тебя. Терпение, брат мой. Держись, брат. Димас. Димас. Дима. Андрей. Дима. Дима. Я тебя не слышу. Я тебя слышу. Скажи, что ну-ка, бла-бла-бла. Слышу, да, да. Ты меня слышишь? Да. Просто в какую-то секунду я просто перестал тебя слышать. Ну ладно. Ладно. Ты понял, куда тебе надо идти? Вообще, ты понял, что происходит? Может, дробовик? Еще и... Блядь, все просто пришли тебя пожрать. Кусочек получить твой. Петух. А. Когда они забираются по трубе, это выглядит a little bit стрёмно. Да. Тут вообще многое дерьмо выглядит стрёмно. Вылечку зарезай. Ай-лю-ля-лю-ля-лю-ляй. Я бы забыл, что в полете. Как он там живет? Они что, через такой забор не могут с крыши просто перепрыгнуть? Видимо, нет. Видимо, нет. Ну. Ну, видимо, нет. О, да. Было много времени, а теперь
нет его ни на что, кроме спасения. Вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. Хорошо. Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Он умрет. Следуй за мной. Он умрет стопудово. Ибо это священная земля. Очко ставлю, он умрет. Я не против, какой-то странный. Я, по-моему, нас подставит. Сдаст хэдкрабом. Да, 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 типа у них договоренность с ними. Ой, дед. Не мог нормально просто шагнуть. Через себя. Эй. Вижу там пацаны. Да ты что-то делать будешь, дед? Четыре патрона, чувак. Четыре патрона я в них высадил. Ебать, они деда ковыряют. Он. Жесть. А деду похуй вообще. In your head, in your head. Zombie, 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 what's in your head, in your head. Кирпич. Нужно что-то притянуть. Дробовик, Андрей. Ладно. Берешь дробовик, сейчас я запишу. И гранат. Нет. А, вот она где было лезвие. Очень, очень, очень понятно. Гига понятно. Еще пацаны. Будь ты про... Ух ты, смотри, там какие штучки. Ебать. Тут есть хилочка нормально. Он сейчас нажмет на крест и отъедет, типа, секретная дверь. И отъедет просто. А! Окей. Постоянно теперь это. Да, я теперь тоже постоянно слышу ебать. Как он цензурно их послал. Дед умер? Пусть он там бегает. Да. Можно идти заряжать патроны. Ты заценил какой филигранный их этот? Да идите вы к свету. Забавно, что это типа церковь. Да все, в жопу, короче, я понял. Это бессмысленно, просто куча трат времени, патронов, сил, нервов. Надо просто идти вперед. Keep moving forward. Деду тоже вообще поебать. Там еще у тебя была бин. Петух.
как-то что-то может можно сделать. Сейчас дед должен либо нажать на что-то, либо он нажмет после того, как... Мы убьем всех. О, ну прям ты истинный шашков. Прыгни, гад. Ну все, все умерли. Давай, старик. Ладно, принял босс. Бессмысленное говно. Нихуя. Ладно. Ладно. Б, ты видишь рисунок слева? Ага. Прикольно. Может, лифт есть какой-то? Просто хочу, чтобы эта бочка была там. Окей. Погнали, чё? Андрюх, ну гогес. Может быть, мне и не надо их убивать. Можно сюда, можно туда. Туда это убивать пацанов. Сюда это что-то интересное. Это немножко... Немножко дробовика. На этом моменте можно засейвиться. Хорошие. А, блять, как их много-то. Хорошо. Блять, их прям много. Они еще не умирают с одной тычки кольта. Может, пизду пробежишь просто, они там будут на тебя прыгать, а ты такой, а мне похуй, мне. А мне вообще был максимум с ним. Ну и ладно, я пытался. Просто не понял, кто там вообще. Кто там? Представьтесь. Мистер Хэдкраб. Мистер. Мне кажется, можно отсюда спрыгнуть. Почти. Может загрузиться чисто попробовать еще разок туда? Не, ладно. Можно? Мне кажется, здесь специальная водичка, чтобы... Сейчас, секундочку, извините. Набираешь кислорода. Хотя в целом. Поднимай меня, ладно. Помнишь этот мемчик из гравипушка возьми, если что. Реально, не подумал. Мемчик из Metal Gear, типа. Это какая-то хуйня. Хотя. Да. Найс. Nice. Гениально. Что нам это дало? А дальше мы попробуем.
Или чё? Я не понимаю. Может, под водой есть проход? Куда? Вон туда, а ну или сюда. Да. Ну давай, давай. И вот так вот посмотрим. Тут ничего. Хорошо, хорошо, хорошо. Почему-то горит земля. Горит земля, горит горячий воздух. Что-то стрела летит. О. Пока. Наверное, не надо было это сейчас делать. А она сейчас вернется. Тогда я знаю, что делать. Когда там пойдет толпа врагов. А-а-а. Понятно. Ты должен это в левые кармашки там уходить, видимо, чтобы у тебя не явного. Спасибо, спасибо, спасибо. Чувака не убило. В этой в рубашке родился. Реально. Реально ведь в рубашке родился. Иди к свету. Комп просто старый, не вывозит уже такие текстуры. Как ты любишь говорить. Ну так комп же старый. Бля, шутка, шутка. А вам доставка. Хе. А ну сюда. Полон. Сколько? Простите, сейчас 36 патронов. 36 патронов там, значит, было. Максимум всего, значит, в дробовике 36, сука, патронов. 36. 36. Чайка. О, пацан. Кто это стреляет? Ага. В меня не надо хуярить. А в меня зачем ты это хуяришь? Ага. Потому что это... Ты что-то не живое, я понял. Гранат в него пульни, например. Почти. А, это сватовец. Прикольно. Так, я чешу правой рукой левую, это значит, что моя рука не на клавиатуре. Это была опасная. Что, вроде они не ваншотят, если чё. Не, не ваншотят. Но... но стреляют неприятно. Стреляют неприятно.
Может, добежать проще. Да, да, я подумал. Просто, может, красиво убью его. Не получилось его красиво убить. Ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты ушла из нее. Но игра я разбила мне душу. Увидела, что что-то не игрушка. Это сердце мое. Да неужели здесь нельзя по-другому как-то пройти и не потратить столько жизней? Просто в это не верю. Как-то же можно здесь. Что если... Перед собой поставь, чтобы он это... Не в тебя стрелял, а в бочку. Нет, не работает. Вообще я кекал, и я знал, что взорвет, ну ладно. Я рад, что ты решил проверить. Откуда ты это знал? Ты играл в эту игру? Я угадал. Ну нет, 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 не готов, не готов. С 26 жизнями не хочу проходить этот момент. Это какая-то хуйня. Как-то... Иди-ка сюда. Понятно. Ладно. А чем он это взрывает? Может, я могу забрать? Он что-то? Стреляет по этому. По бочке он стреляет? Не, он стреляет по каким-то креплениям деревьев. Ну, а, ага, я понял. Да, я увидел, куда он стреляет. Слушай, а что ты не хочешь подойти? Он по ним стрельнет, и ты по этой платформе, на которой лежали бревна, ну, перейдешь. Ладно. Нет, ты по бревнам идешь, а я говорю про платформу. Я не могу запрыгнуть на платформу на эту. А. Кстати, тоже вариант. Окей. Ну, незначительный перелом, Андрей. Да, одна жизнь, незначительный перелом наружен. Ладно. Кстати, возможно, внутри были жизни. Забыл, что это убивает. Как курение, кстати. Забыл, что это убивает. Ну. А что ты ждешь? Давай, иди сюда, моя хорошая. Не беги. От чего я умер? Ну там как-то зажало, по-моему, тебя. Да. Забыл, что здесь так может быть. Да, по-моему, проще побежать быстро, не? Как? В чем разница между... Все равно, кстати, простреливает. Да. В прошлый раз, кстати, он не простреливал. Да. Ну и ладно. Я думаю, лечилка в этом... В вагоне, да. С другой стороны там вроде можно зайти. Ну, почти, ладно. Почти. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Гранаты лечилка хорошо. От жизни для твоих врагов. Ты понял, а? Да, 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 такая деконструированная лечилка. Деконструированная шутка. Это плохой сват или хороший сват? Мне кажется, плохой. Да. А я прям на гранату побежал, да? А. Очень красно было.
Вот это автомат. Вот какое? Это автомат. Какое вот пушечка? Это. Табельное оружие, патруля, импульсное оружие. Вот, вот это вот пушка. А раньше они без него ходили? Почему мы не подбирали? Раньше только с этим ходили. Ага. Понял, принял. Окей. А, можно было просто зайти. Андрей, кокэ. Кокэ, Димас, кокэ. Кокэ. У него еще есть какая-то альтернативная стрельба. В чем разница? Я не знаю, у меня нет патронов ко второй штуке пока. Школа штурмовиков, братан. Меня убили. Нет. А этот прошел с отличием. У меня 9 жизней просто. Прости, брат. Нет времени щукаться. Слушай, возьми сразу ее. Ага. Ты бы видел сейчас, как у меня пальцы согнуты, чувак. Хорош. А что не так с пальцами? Но мне нужно нажимать Ctrl мизинцем, Z, чтобы зумиться, и на VASD я хожу. А так в целом с пальцами все ок. Слушай, ты вообще в DMC симфонию играл, блять, на клавиатуре, поэтому не начинай. Когда Зави играл. Ахаха, ладно, убедил. Ладно. Тут было много бочек, можно было просто так... Возможно, цель номер один. Слушай, ну вот это оружие... У него разброс у него не очень. Не нравится мне разброс. Мне кажется, он концентрированно стреляет, нет? Нет, даже вблизи, видишь, какой разброс. Да, уж так себе получилось скинуть гранатку. А, это свои. Ебать. Это свои, оказывается. Тут есть свои, Димас. И это не крабы. Ну так, да. Что он? Ага. Видишь, там чувак крючится. Да, это вот его стон. Это нет, я к тому, что это ты его случайно подстрелил. А, да, я ему прям в голову выстрелил, если честно. Я не знал, что это наше. Я не знал, что здесь есть наше. Да погоди ты. Погоди ты. Куда ты все зовешь ты меня, блин? Дурак, блин, блядь. С вами сюда, доктор Фриман. Я уже 27 лет сюда, доктор Фриман. Ты давай. Хорошая шутка. Доктор Фриман, я уже 27 лет, Фриман, блядь. Да. Нет, именно сюда, доктор Фриман. Он же говорит, сюда, доктор Фриман. Типа, я уже 20 лет сюда, доктор Фриман. Типа, все постоянно говорят ему, куда надо идти. Кстати, да. Ладно, го. Чё ты шатаешься? Упади. Всё, спасибо. Сюда, доктор Фриман. Да.
Мне она нравится, но у нее разброс дурацкий. Мне нравится, как она стреляет. Стон. Сюда, доктор Фриман. Бенса, нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Они все заказывали суши из одного ресторана. Сука. Одной поставкой. Да. Нормально. Думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьины и львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Поддорожник. Тау, пушку! Тау! Окей, поведет Гордон Фриман. Так, а теперь пока, быстро. Поезда. Дорога, тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Помыть жопу, принять душ. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Кто такие, блядь, муравьиные львы? Я узнаю, я... Ладно, не что играл. Я спрашиваю? Да, ну ты узнаешь. Шоссе 17. Здравствуйте, доктор Фриман. По кому ты стреляешь? А, вот муравьиные львы. Понял. В целом понял. Почему люди друг с другом сражаются? Это такой абсурд. Там пиздец полный происходит, а они друг другу... Ну, ладно. В смысле, ты имеешь в виду, почему эти в костюмах чуваки сражаются, да, с этими? Да. Ты узнаешь потом, в конце. Shift газ, как странно. Ладно, Space ручной тормоз. Ко мне мамка приехала. Я сейчас пока на 2 минутки отойду. Давай. Нормально все? И что мне делать с этим? А. Вот, супер. Все, я понял, какую дебаг-систему они здесь ввели. Окей, прикольно. Так, Димаса с нами нет. Вау, как много пацанов. Ух, щищ.
А все ради того, чтобы вылезти, проверить. Корабль. Думаю, это была бесполезная идея. Абсолютно. Хочется верить, что нет. Пожалуйста, пусть тут будет хоть что-нибудь, что я могу назвать достойным, ради чего я получал весь этот пиздец. А что, если я могу запрыгнуть на тот корабль с этого корабля? Это, конечно, не Алундра, но... Но это, конечно, не Алундра, да. Очень медленно иду. Очень медленно запрыгиваю. Ладно, бог с ним. Может... А, тут просто можно зайти на корабль. Тут ничего, и тут, скорее всего, тоже ничего. Димас прям совсем отрубился. Ну и бог с ним. Так, я нажму загрузить игру и загружу последнее автосохранение. Спасибо. Я пущу вас на пляж. Хорошо, поехали. Сейчас мы пойдем перевернемся Вот тут можно сохраниться. Чтобы потом заново на это не смотреть. И погнали. Так, все, гоним, гоним, гоним. Давай сюда посмотрим, что тут есть. Здорово, Димас. Так, что у нас там по Диме? Ага, ну ладно. Окей. Пока Димаса нет. А, я вернулся. Я вернулся. Вот такой вот я. Так, тут лучше тачку вот так оставлять. А что у нас тут? Это, собственно, вход обратно на базу, я так предполагаю, да? Окей. Тогда в целом можно ехать. Дурацкие муравьиные жопки. Вот оно, то есть оно вот так вот условно в лоб помечено, что вот оно мы здесь. Окей, окей, окей. Просто знаем, что здесь есть такой вот сейф-зон небольшой. Я включаю Discord. Я вк...
включаю. Мистер Дрищ пишет: гуси из черной мезы, удачи на пути вам. Спасибо, Ром. Quantum Geography пишет: привет, привет. Quantum Geography, who is this? На, держи. У тебя все есть, Дим? У тебя все появилось? Сейчас. Очень хочу сходить посмотреть вот в эту сторону. Что-то там так, есть или чего-то там нет? Ты катался и этих муравьев, наверное, хуярил. Ну, да, можно и так сказать. Если будет интересно, потом посмотри на репите, чем я тут занимался. Но в целом, плюс-минус, именно так все и было. В общем и целом. Да. Немножечко загрузочки. Изи. О, зачем я выбрался? Да. Ну, а к этой хуйне вроде не подходит, если не ошибаюсь. И ссаться ее. Да. Прикольно. Не прикольно. Как себе. Оу, а ты что здесь делаешь, брат? А в дом не будешь заходить? Да погоди ты. Нет, 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 нет. Ну ладно, доеду просто еще раз. В жопу. Тут слишком... Нет, не хочу. Угу. Трупак упал. Тупак. Опа, там пацан. Орёт, блядь. Ты застрели, ты его уже. Спасибо. Либо так. Просто гранаты здесь. Да-д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 а. А, нет, я хотел поставить. Поставить это на другую кнопку мыши. Ну, как-то вот так вот. Оу! Как ты здесь оказался, братишка? Ага. Ой, там жирный, прям жирный-жирный. Хорошая идея. Блять! Сейчас кинет в тебе этого дерьмо. Он помер, как думаешь? I'm not sure about it. Зато он убить не может.
А он, то есть, всегда тебе до единицы отнимает? Да. Он... Сколько он мне ставит жизни, интересно? Там здоровье, по-моему. Да, я вижу, мне просто интересно, сколько он мне восстановит. Если он мне восстановит 99, то вообще безобидные противники, когда они одни, потому что они меня никогда не убьют. Но нет, они немножко урона все-таки наносят. Он мне за 3 куси снял 17 жизней. Найс. А гранаты у меня вроде бы все, да? Да, да. Найс. Что могу сказать? Ну что сказать, ну что сказать? Строили. Желают знать. А, ладно, видимо, туда надо просто ехать дальше. Такой это был своеобразный чекпоинт. Чек. Хорош. You think you special? Можно вот, вот, да, спасибо. Только палка меня смущает. Реально. Вызывайте Андрея на вашей даче. Он занимается аннигиляцией за бога. Аннигиляторная пушка! На корабле как будто что-то было бы, но в целом мне похуй. Посмотри потом реплей просто, ты поймешь, чем я занимался там вот, вот то время, что тебя не было. Понятно. Ух. Это настолько хорошо, что просто мгновенно сохранюсь. Нос зачесался. Ну, да. В целом, да. Сука. А, я ору. Да. Аж бревном падают, так забавно. Ага. Джимен. Опа. А что это значит? А что это значит? А почему это он общается с ними? А что он делает вообще здесь? Ну-ка интересно, если когда назад вернется, он там еще будет? Думаю, что нет. Нет, есть. Забавно, не помню этого момента. Что бы это значило? Что у меня память хуёва просто. Прикольная, кстати, штука. So I can see it in your eyes. Го плавать. Го. Бля, мне кажется, там тебя сожрет какая-нибудь хуйня. Ну, да. Прикольно. Прикольно сделали. Go next, что могу сказать? Go guess. Нет, стой. Нет, спасибо. Я лучше вот отсюда переиграю. Естественно, упаду еще раз. Эта штука у меня съела 70 армора, чувак. А. Там пацаны. Да. Понятно. В целом мне все понятно. Классик. Ничего нового. Абсолютно ничего не меняется. Так, ладно, тогда я туда. Джимен время от времени появляется по всей игре вдалеке. Он и ранее тоже был на дамбе, где вы перепрыгнули на катере.
услышал про дамбу? Да. Нет, нет, про дамбу не услышал. Что было про дамбу? Понятно. У Димаса сегодня что-то с интернетом. Да, Дима пишет, что у него опять крокнулся интернет. Я подрубаю телефон на зарядку. Сейваюсь. И валю отсюда. Что я еще могу сказать? Ну что сказать, ну что сказать? Ну вы поняли. Желаю... А почему вы дошли до сюда? Вот же эта штука стучит. Спасибо. Димас там офнулся. Мы подъезжаем к очередному чекпоинту. Найс. А за их тачку нельзя сесть? Типа тут какой-то супер-мега-код доступа нужен. Окей. Я как бы непривередливый. Тумач ресурсов. Они не успевают у меня так сильно обновляться. Здорово, суслик. По-моему, он сказал это с английским акцентом. Yes, I'm Gordon Freeman. Быстрее, подвал. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кабич будет рад, что ты остался. Полковник Кабачок? Полковник Кэббидж будет рад. Сука, смешно, ору. Ору, крякаю. Опа. Опа. Так, для чего-то эти ракеты нужны будут. Ой, для чего-то нужны будут. Точно не альтернативное оружие здесь. О, здорово, Димас. Сейчас Дима позвонит. Очко ставлю. Очко ставлю, Дима позвонит. Предупрежу его и сделаю это сам. Сегодня интернет просто... Как обычно работает, в общем-то. Помню. Слушай, вообще он последний месяц работал абсолютно норм. Ну, мы в этом месяце с тобой дропали игру, потому что у тебя интернет не работал. Нет. Ну, не в мае, но в ближайшие 3 недели это было. Не было. Да-да-да, было. Это было недели 2 или 3 назад. Нет, это мы дропали, потому что у тебя... Точно, точно. Да-да-да-да-да-да, точно я вспомнил, да. Сорян, ты прав. Ну, то есть он целый месяц продержался, а и все, блядь. Супер. И сегодня решил такой, ну я каждый час тебе буду... Я, блядь, потому что нехуй. На, держи, пожалуйста. О, здорово. Ну...
Ок. Нам сказали, что приедет полковник Кэббидж, и все будет ок. Поэтому знаете, ждем. Лучше, что у меня хотя бы интернет ёбает, но ты можешь продолжать играть. Да, да, да. А как тебе полковник Кэббидж? Тебя ничего не смутило? В том, что это Кэббидж? Да. Ну, да. Просто полковник Кабачок. А к чему эта дверь, простите? Что открывает? А, наверное, дверь. Да, да, логично, логично. Логично. А, чувак, сделай, чтобы и твое ебало было видно в скайпе, а то там только мое. Да, точно. Я, конечно, не против. Забыл, как удобно тут все настраивается в скайпе. Кабич. Бля, ребят, полковник Кабич. В подвале, ну ты понял, там это в банках малосольные. Не, это угар. Ну, Рафляна, дадут ракетницу какую-то, Димас. Очко, думаешь, очко, блядь, ставлю. Просто патрон для ракетницы, хоть в жопу пихай. Чувствую босс вертолет. В предвкушении босса вертолета. Надеюсь, что будет босс вертолет. Управляемая ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. А, привет. Я сейчас подойду. Ты реально кабачок, блядь. Блядь, что? А я думаю, стреляйте налево, чтобы попасть направо. У него просто чуть-чуть широко поставленные глаза, чувак. Немножко широко поставленные глаза. И смотрят они немножко в разные стороны. А так в целом, да. Сюда. Естественно. Сюда. Одесса Кэббидж. Одесса Кабачок. Ребята, хватит, прошу вас. Остановитесь в генерации имен. А, тут Дрищ пишет, что три босса вертолета. Найс. Там, по-моему, правой кнопкой ты... Ага. Слушай, тут какой-то модернизированный вертолет, если заметить. Да, кстати, он выглядит современненько. А, ракеты, все. Шурли, шурли. Шурли. Бля, забыл тебе сказать, вот недавно вышла игра, ну, только за бугром. Настолка кооперативная на одного или на двух игроков только. Сюжетная, оперативная. Окей, звучит хорошо. То есть я никогда вообще не встречал кооп настолок на двоих. А как же этот? Возьми патронов. Спасибо. Gloomhaven? Он не двоих, он на четверых. Он до 4, а это до 2, максимум 2. Я понял. Прикольно, прикольно. А вообще, типа, он для одного даже. То есть просто сидишь один и играет. Я бы залобал в нее один. Спасибо, дед. Нормально. Да, похоже. Примем патроны. Спасибо. Понятно, ты можешь подходить к этим пидорасам, они будут тебе... Крайно жирная. Слава богу. Это было, наверное, штук 10. Where cabbage fears to tread. Смешно. Ну, вот и все. Да, ну, собственно... С тем, что штурмовиком доктор Фриман, вы заслужили свою репутацию, сэр. Ты же, блядь, главный. Чтобы вы проехали без задержки. Я знаю, доктору Венсу сейчас нужна помощь. Ты же главный, блядь, кабачок обоссанный. Судя по молчанию того поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж кто-кто, а вы проверите. Удачи.
и передайте доктору Венсу, что полковник Кэббидж сожалеет, что не можно спасти его лично. Такой ты реально Кэббидж просто. Должен поспешить. Илая Венса держит в тяжкой неволе. Ладно. Я хочу обратить внимание, что мало того, что тот кабачок выглядит, ну, типа, как будто, блядь... Ну, не очень он выглядит. Из дерьма недавно, и такой, типа... Так еще его озвучка такая, типа, я хочу сказать, чтобы... Ну, это... Ну, вы поняли. Спасибо, потому что я не могу. Счастливого пути. Спасибо. Да-да. Слушай, ну в целом просто они поменяли кишку с офисной на горную. Слушай, ну да, но открытый мир выглядит, говорю, как будто воздуха в нем больше. Ну как открытый, я же говорю, это та же самая кишка, просто спрайты другие. Спрайт не стены офисной, а спрайт пространства. Да, я согласен, но я говорю, но это очень. Но это да, по-другому. Да, соглы, соглы. Максимальные, ну, соглы. Во всяком случае для меня. Пацаны, кэббидж — это капуста, не позорьтесь. Да, я думал, кэббидж — это кабачок. Пиздец, бля, нас ткнули в свою же капусту лицом. Ну, так, такое бывает. Люди иногда ошибаются. Вот, например, сейчас... Как тебя там? А где я сохранился, простите? Точное попадание. Это хорош. Спасибо. Ты хорош, как же ты хорош. О, гад дэм. Там просто на Верочку выстрел. Включи эту штуку, чтобы она отгоняла этих пидорасов. Ну... Нормально. Просто захотелось. Потому что... Я знал, что там потому что могу. Патроны. Да? Он сказал, что он прикрепил... Сделай микрофон чуть повыше. Он сказал, что он сделал специально... Или она сказала, что... Это было кекное противостояние. Блин, не получилось закромсать всех. Какое странное место загрузки! Просто очень странное! Просто... Гига странное. Если бы ты сгонялся с этим куксейвом, было бы удобнее. Ты этого не делаешь. Понимаю. Блин, ну что там это прям насовывают, братан. Может, сохранишься, очень не хочется четвертый раз приходить. Ну ладненько. Я соврал, хочется, конечно. Там сейчас справа сейчас побежит. Кровопотеря. В сериале кровопускание.
А в этой будке ничего нет, вы там что-то лежите. В какой будке? Вот в этой, вот в домике, вот в этом? Да, не да, знаю, да, давай посмотрим. Там закрыто. Все супер, можно вот на этом моменте тоже вот так сделать. Бам, бам, бим-бим-бам-бамов. Немножко автомата, да? Давай с ним и походим. Давай с ним и походим, чё, раз нам пуют для него патроны. То с ним мы побегаем. Норсрен, что-то там. О, Димас опять дропнулся. Димас опять дропнулся. Ну ладно. Так, я чувствую, что нам надо будет сейчас забрать нашу багги и перенести ее. Есть у меня некоторое количество ощущений, что так надо будет сделать. А. Так, ладно, давай тогда вот так вот мы нам куда-то вот сюда вот, наверное, надо поставить нашу тачку. Я теперь понял, что они так плохо стреляют. Я бы с такой пушкой... Это просто на супер долго сейчас задержится. Нам надо спуститься. Здорово, Димас. Здорово. О, вблизи я она нормально думаю, долбит. Чтобы и тебя было видно в скайпе. Да. Спасибо большое. Забываю. Что там было? Что по сюжетке? Что там? Да. Да, все ровно так, как ты говоришь, и никак иначе. Я краном магнитным сюда свой багги притащил, это все изменения за то время, что тебя не было. Чуть-чуть пострелял там, чуть-чуть пострелял сям. Немножко комбайнов покосил, немножечко. Ну да. Жуков, скажем так, дезинфектил. Mm-hmm.
Куда-то я дал ток. Ну, давай сядем в тачку, ладно. Здесь можно кокнуться. Чекнуться. А, понял. В целом, ладно. А, что-то случилось, что-то вышло, что-то не вышло. Блин, очень хочу чекнуть одно место вот здесь. Вот ничего здесь нету, да? Да, здесь ничего нет. Все, понял, уезжаю. Прекратить выполнение задания. Объект Фримен. Причина потери необходимой для выполнения задания ресурса. Окей. Это типа, у вас потеряна жизнь, братан. Ресурс жизни исчерпан. Давай. О, это очень красиво было. Прям рядом с вертушкой, чувак, ты понимаешь? Вау, гениально. Кинематографично. Все. Можешь расчистить, да? Кстати, как будто патроны для ракетницы. Вижу просто жизни. В машине. Там, да. Это... Как мне... Ага, я понял. Угу. Забить, может, болт на нее? Ну или забей, кстати, да. А ты прочисти здесь. Это прям очень красиво. Реально офигенный момент. Прям заранее решил выйти. Да, так удобнее. Он просто пока сейчас развернется ко мне, я уже успею съебаться отсюда, я надеюсь. Чисто ради галочки. Валим. О, чувствую, экран загрузки приближается к нам. Прям как этот свет. Да. Как ты догадался? Да, у них стандартные эти фреймы перехода. Какая-то картинка, которую можно на поставить заставку. Что ты такое? Не знаю, что ты, но ты поедешь со мной. Куда-нибудь тебя можно так вот. О, кайф. Все супер. Поедешь со мной.
А-а-а! Это плохие штуки. Я ведь ее еще сам на тачку прицепил. Ты такой милый, типа, опа, а что ты, малыш, здесь делаешь? Поехали со мной. Сюда? Нахуй с пляжа? Не, ну это кек. Это реально кек. Это прям кек. Я подумал, что это какие-то патроны или какая-то зарядка, что-то. Ну, в каком-то смысле это заряд. Ты меня тоже бьешь током? Гад какой. Мне кажется, они бьют током, когда рядом или что-то такое друг друг. Хотя я тоже до конца понял. Нравится. Таким наслаждением смотрел, как ты кладешь эту хрень в машину. А ты знал, да, что это за хрень? Не-не-не, это мой дрищ пишет, мистер дрищ. Видимо, они знали, а мы не знали. Я, кстати, тоже не помнил об этом вообще. Ух ты, да, смотрит целых 4 человека. Что за безумство, что делать в это время? В пятницу утром. Нахуй работу, пойду смотреть стрим гусей. Бля, они так говорят про то. Ну тебе пиздец. Да. Что-то здесь нужно типа дробовика, наверное. Ну потому что хардкорненько здесь, братан. Я прилепилась. Можно я? Нахуй с пляжа уберу тебя, пожалуйста. Подставляйте вашу ебучку. Да. Все, вопрос решен. Мне кажется, их отправил проели в сирену. От ахуя! Они настолько сильно охуели, что на них выбежал чувак с гранатометом и выстрелил в них, что они такие. Да, братан, ты их давай это отправил в ксен. Мы лучше в ксен. А прямые туры в ксен. От доктора Фримена. Блин, прикольно. Я бы открыл турагентство, которое назвал бы турагентство мистера Фримена. Да-да-да. Ну я говорю, там путевки в ксен, путевки там в черную мезу. Нихуя. Отца Сюси. Так. Ладно. Окей. Пошли посмотрим, что в доме пока. Добрый день. Здорово, камни! Как вы тут? Справляетесь? Нога. Ты не помнишь, наверное. В первой части будут такой, эй, Дим, там в будке хилка. А нет, это нога. Блин, я не помню. Ничего, скоро, кстати, да, ребят, скоро выйдет нарезка лучшего... Самых смешных моментов. Смешных моментов с прохождения первой халвы, поэтому... Я вам дал небольшой спойлер к одной шутке. Кстати, знаешь, что я тут узнал? Я тут узнал, что есть порт, а точнее не порт, а есть эмулятор Nintendo Switch. Прикольно. И на этом эмуляторе очень хорошо работает Зельда. Нахуй, нет, даже не думай. Даже не думай, Дима, я чувствую, как ты улыбаешься. Блять, перестань это делать. Сука. Я знаю в точности, какое у тебя сейчас выражение лица. Тебя я убью с дробовика. Там есть хилочка. Ну тут вроде как все.
Тут, кстати, двери сами стали закрываться. О! Hello, my dear friend. Ты понял, как работают эти штуки? Я не до конца. Я тоже. Так, ну, видимо, тут надо просто объезжать. Ладно, тогда объедем, чё. Чатик, как работает эта хуйня, которая притягивается? Что такое? Изи объехал. Я послышал, он сказал, бля, атакует. Полетели. Как любит говорить Андрюха, полетели камни. Я люблю говорить, пошла. Грапишки притягивай их и выкидывай в море. Они триггерятся на авто в основном. А я так врагов понял. Можно использовать? Или как вообще? Или что? Или как? Или что? Их можно в свою пользу использовать, либо они просто мешают тебе жить. Найс. Хилка есть, можно поесть. Кстати, про поесть надо похавать заказать. Блять, уже 11:20. Ничего не успею. Можно врагов кидать, пишет Базезиус. А это, ну, понятно, что можно кидать. Это какой-то профит дает? А это уже другой вопрос. Медленно ты сделаешь, что должно. Ага. Это просто эти шлагбаумы от Фримена. Да-да-да. Бля, какой тебе профит нужен? Он ебашит их физическим уроном и током. Все, да, согласен. Никакого больше профита мне не нужно. Спасибо. О, вторую тачку взял. Два в одном. Решил что-то на Жигулях, на батиных, на старых покататься. Ой, я пока рассматривал все. Вот и я так подумал. Надеюсь, меня не ёбнет сейчас. Меня ёбнет. Еще где-то враги. Слушай, а это хуйня интересная. Ой, случайно правую кнопку мыши нажал. Не понимаю откуда. Сверху. Понимаю откуда. Спасибо, Дим. Спасибо, костюм. Было ожидаемо, 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 ожидаемо. В следующей игре будет их реализация с более конкретной целью. В следующей игре ты имеешь в виду... Алекс в или 1? В эпизоде 1, Алекс, да. Или в Portal. Бля, чувак, там слишком много после этого вышло игр. Portal взаимосвязан как-то с Half-Life? Конечно, это одна вселенная. А, да, это одна вселенная? Да. А как... Я не Ладно. Знаю, я не играл в Portal, я просто знаю, что они взаимосвязаны. Эпизоде 1. Я не очень понял, как взаимосвязан Half-Life и Portal. Ой. А у меня нету, да? Граната! Как ты с ними связан? Я точно знаю, что они с ними связаны, я не знаю, как ты не играл. Но это... Просто Ладно. Знаю, просто знаю. Слушай, может дробовичок? Да, боровичок. Ну да, да. Хорошая идея. Оу. Ебатик.
Хорош, хорош, нормально. 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 Так, Portal и все, что с ним связано, это вроде бы фирма-конкурент Черной Мезы, которая тоже занималась порталами. Прикольно. Но... А, ну да. Получается, Черная Меза открыла портал в это очко, Xen, а, видимо, в портале что-то еще. Ну там нету пришельцев, ладно. Ну ладно, окей, окей, окей. Окей, 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 окей. Окей. Окей, 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 окей. Окей. А ты, если что, эту информацию мне из чатика преподнесли. А, да, я подумал, ты выебываешься, просто сидишь. Да. Спасибо, чат. Ты про то, что я выеб. Я реально подумал, что ты выебываешься. Да нет, конечно, откуда ты можешь это знать? Ты же не играл в Portal. Я могу почитать в интернетах. А, то же самое, что почитать в чатике. Чатик, я считаю, более достоверная информация. Я считаю, что чатик — это просто более душевная, хорошая, приятная, родная штука, а не какая-то там, блин, интернетная, бездушная хренатня. Я хочу туда. Там ничего нет. Там есть вот есть. Это. Ты можешь подвести свою тачку и запрыгнуть на нее. Да. Клево. Я хотел отключить суперзабор. Суперзабор подключен к тачке, вон, вижу. Да посмотрите, как она ёбнет. Интересно же. Поник. Уи. О, она взорвалась от того, что упала. Ок. В портале всем заправляет лаборатория Aperture Science. Это конкуренты научного комплекса Black Mesa. Откуда вы это знаете? Они играли, наверное, там, блядь, было что-то сказано. Возможно, я этого, я этого не помню. Внимательно играет в игры. Да, кто-то. Да, мне достаточно было игры пройти, чтобы это знать. Понятно, 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 понятно. В целом все понятно. Спасибо. Бам. Бам. Ой. Какой кайф. Ой. Прикольно. Ебой. Так, едем дальше. Чувствую, нас ждет еще одна такая же застава с щитом, с этим синим. Подстава. Я понял... А, нас ждет загрузочный экран, точно. Ты перепутал, Андрей. Я вспомнил, что я вообще не помню сюжет этой игры. Вообще, я вообще ничего не... Сюжет этой игры, я вообще ничего не помню. А ты точно в нее играл? Я стопудово в нее играл, потому что я помню этот момент на баге. Я помню, как надо было ездить на баге. По песку. Я помню грави-пушку. Я помню, как все взрывается. Ну, короче, не хочу начинать даже вспоминать. Мне нравится, что я ничего не помню. Добрый день, добрый вечер, здравствуйте и до свидания. Ты просто решил посередине одного стрима напилить разных приветствий, чтобы потом вставлять их? Да-да-да, я буду просто молчать и врубать видео, типа, знаешь, с таким... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Опа, а куда ты поедешь? Я направо поеду. Я поеду направо, вот здесь вот припарку. А, нет, я вот тут сюда вот заеду сейчас. А, ставлю вот здесь тачку. И пойду поисследую.
О, там враги. Здравствуй, Павел. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Виталя. С нами Виталик? Что? Ты просто здороваешься или ты здороваешься с теми, кто нас смотрит? Нет, конечно, я просто здороваюсь. Если я долбоёб, здороваться с теми, кто смотрит. Получил ты в ебучку. О, чувствую, вертолет приедет. Причем приедет. Он точно приедет, он не умеет не приезжать. Тут ничего. Ладно, надо ходить с этим автоматом, потому что ресурсов дают для него, все остальное заканчивается, все остальное, значит, нужно будет. А это нет, можно это расходовать как сучку. Мне побеждает какой-то, я не знаю... Survival. Не-не-не-не, вот это вот, несколько домишков, как будто в московской глубинке поселок заехал небольшой. Можно засейвиться. Сарай. Ничего. Здесь ничего. Здесь мы все взяли. Ух ты. Ладно, чуть попозже с этим разберемся. Я слышу там... Слышу, что там кто-то есть. Оу. Там жирный. Я не понял. Нет оружия, да. Слева и сзади, если что. Ага. Пошли их нахуй, просто забей, просто забей. Или там что-то есть. Там что-то есть. А, ага, арбалет в дробовике. Ладно, я не понял этого оружия. Прикольно. Хэх. Это реально хэх. Это хэх. Это реально хэх. Слышу еще голоса. Ветер такой холодный. Ага. Бля, можно вниз спуститься? Окей. Я в пизду вниз. Такое чувство, что это очень долго. Закрой дверь, чтобы он не зашел. А, тут умная игра, тут оно само закрывается. А, какая умная игра. Я думаю, что нам надо спуститься вниз. Думаешь? Посмотреть, что там вообще. Прикинь, блядь, мне кажется, там так... мы могли не найти арбалет. Это не что-то, не что-то обязательное было. Внимание, крови обнаружено ОВИ. Система... Ах, это краб! Там была хорошая у них многоходовочка была. Да, да. При умелом обращении арбалет ваншотит солдат Альянс. Ага. А базука не ваншотит вот этих чуваков. Я выстрелил в него типа ракетой в упор. Где он? Вот. И ему было вообще пофигу. Помощь.
Да чё ты, 100 жизней, 56 армора. Ты чё? Ты чё? Чё ты прешешь? Иди поплавай. А, лысый, иди пописай. А, это вот, типа, вот так можно было. Ок. Ок. Какой-нибудь сюда. И тут нихуя нет. Я так очень хочу это сделать. Вниз, да? Естественно. Угу. 11 жизней, не пиздите. Угу. Не можно, туда не можно. Пазизиус говорит, что этот чел просто жирный. А, ну, солдат Альянса и револьвер стычки убивает. Так что, чё уж. Чё, мне этот арбалет, если у меня есть. Хотя, у арбалета преимущество, он зумится. Мне не нужно делать, типа, вот так, у него свой зум есть. Давай посмотрим, давай попробуем. Почему нет? Тут может что-то быть. Тут есть кровь, но ничего. Кровь и ничего более. Ладно. Ну, может быть, с этой стороны что-то есть. Я думаю, что это я вот с этой стороны просто сейчас выйду и все. А! Я думал, будет ли это. Но ты не подвел меня. Вот. Думаю, мы сейчас просто с этой стороны выйдем. Тут все супер. Уверен, что в узком помещении здесь лучше ходить с арбалетом. Хочешь лучше, да, чтобы, так сказать, презентовать свои намерения грамотно. Ты сократил, я думаю, путь просто. Что-то подозрительно много ракет здесь. Да. Вообще вот туда можно пойти, и вот туда можно пойти. По логике вещей туда. Ну, мы пойдем туда. Должен был прийти. Я думаешь? Да. Как будто бы да. Да-да-да-да-да. А вниз зачем? Ну, чтобы начать забираться на эту хуйню. А сюда я как попасть должен был? А, не знаю, хуйта какая-то ненужная. Until Dawn, блядь. Так, Майдрич пишет, что начинается мой любимый отрезок. Ага. Ок. Майдрич, мистер Дрич, наверное. Мистер Дрич, да, извините. Я кривовато читаю. Ну, там главное, что он Дрич. Ну да, главное, что я понял, кто это. Да. Так, здесь мы... Ага. Ага. Угу. Там внизу вижу хилочку. Ну и здесь наверху тоже кое-что вижу. А туда вон лестница ведет. Ок. Так, вон там внизу что-то было, что-то было, что-то было. А чё, мне жизни не нужны, у меня жизни фул. Патрулям бы норм. Где? Кто? Так, чекаю. Чё, дохуя ракет здесь, ебани ракеты по ним. Хочу чекнуть арбалет. При умелом обращении сказал. А, у него, окей, он типа долго летит. Прям вот в тебя стреляю, братан. По красоте пошел, прошел. Пацан аж упал. Тёма пишет. И вот в эту тоже хочу ракету засадить.
тут еще во что-то можно ракету засадить? Себе везде. А что-то менее приятное есть? Более приятное. Менее, наоборот, приятное. Потому что это максимально приятно. Согласен. Сделай rocket jump. Блять, я даже испугался, честно сказать. Я прям... Rocket jump — это когда ты на ракету прыгаешь жопой. Ебать ты! Ты вы посмотрите, что он делает. Ёб твою мать. Надо было сразу паркур, залезть. Паркур, Half-Life, Physics, No Hand. Паркур. No Hand паркур. No Hand. Ну ты, конечно, сыграл, Андрей, ставочка-то сыграла твоя. О, блять, как я далеко. Так, там мы знаем, что ничего. Я гранатометом себе под ноги выстрелил случайно. А, красавчик. Красавчик, блядь. И пошел купаться. В чатике все кринжуют от тебя, Андрюха. Хороший момент. Кайфовый, кайфовый. Стример заронил внезапно. Спасибо. Заронил, наверное, заруинил. Или ты имел в виду прям заронил? А, тебе весь момент надо перепроходить. Да, я там. Хорошо, что ты сохраняешься в сейвы. Да. Стреляй. Стой, посмеялся. Так. Да. В целом, да. В целом, это да. Открываем. Оп. Так, вот это первое, что мы убиваем. Там вот вторая штука. Надеюсь, хэдкраб умер. Ну, на всякий случай. Почаще, например. Слушай, неплохая идея, я попробую, да, давай. Так, что там пишет? Андрюшка, не гони, ты не спидранер. Андрей вообще проходит на самой высокой сложности без квиксейвов, потому что, ну, типа... обычная высокая сложность в этой игре — это неинтересно. А ты изунчик был бы. Да. Я побоялся, что я там стукнусь об штуку, об которую я стукнулся, когда в прошлый раз умер, но... все, инерция потеряна. А вот сейчас можно. Норм. Да там все равно хилок жопой жуй. Так. Это первая. Это вторая. Он, по идее, должен упасть. Красиво. Все-таки это паттерн. Ладно. Так, это давай вот так. Это вот так. И... погнали. Кстати, я слышал, что на этой этой неделе объявлена неделя сохранений. Ага, ага. Окей, окей. Тогда как будет возможность сохранить, Димас? Андрей все шутит. Все шутки шутит. Все смех да радость мы приносим людям. Thank you.
Вы чё тут устроили, парни? А чем это вы тут занимаетесь? У, щит взорвался. О, oh, shit, here we go again. А, ты решил в раковину просто выкатить ее. Что-то... Сейчас, погоди, клавиатура вперед-назад присесть. Присесть. Основное оружие, альтернативный режим оружия. Перезарядить, использовать рычаг, грави-пушка, фонарик, приблизить в костюме, управление отрядом. Первое оружие, второе, пятое, шестое, следующее, предыдущее, последнее. Окей, так, а дополнительно быстрая смена оружия, включить консоль. Окей, ладно. Я подумал, может быть, тут где-то чисто случайно завалялась ближняя атака, но нет. Она не завалялась. Ее просто не подвезли. Слушай, действительно, сносит с ваншота. Сносит с ваншота, действительно. Хорошо. А, это вот... Угу. Что у меня там полное? О, кольт? Нет, не кольт. О, вот эта штука полная. А, гость с ней походим. Петуха какой. Да, с ней здесь ходить такое себе, да. Конечно. Да. Слушай, ходи с трибовиком, мне кажется, вот тем. Ну. Пиздри какая, конечно. Ближняя атака, это монтировка. Монтировка. Их сколько там? Их тут прям много. Их тут реально прям много. Нет, стой, мне я не перезарядился, нужна перезарядка. Слушай, здесь близкая дистанция, мне нужно что-то. Да, попробуй что-то это. Вот еще, такое. Кстати, попробуй сохраниться. Экспериментируй с новым форматом игры. Называется экономия времени. Да, да, да. Так, вот сейчас, сейчас отличная возможность. Окей. Типа... А где пацаны-то? Можно... Не попадать по мне можно, пожалуйста. Очень. Спасибо большое. Прикольно, болты прикольно летят. С Эзикой.
Да, реально с физикой. Красиво. Зайдись. А, он быстро перезаряжается. Я подумал, это моя. Кек. Просто не взорвалась. Козёл. Да тут хилочки сейчас возьму. Вроде. Оу! Ты видел его? Он очень быстрый. Это прям реально пули на вылет. Так. Да, понятно, повыше. Понятно, блядь. Подмыху. Сори, бро. Чё, бро? Хорошая идея. Странная, но... Да. Да. Nice. Знаешь, как бы ты бы уже ухахатывался, если бы это был бы я. Я не знаю, почему ты не смеешься. Это ужасно смешно, мне кажется. Не знаю, это вообще не смешно. Это типа просто вот я вот сюда вот целюсь, а она вот сюда попадает. Я понимаю, это да, пиздец. Я понимаю, да. Это же угарно. Мне смешно. Ну и хорошо, что кто-то бы смеялся, но не я. Давай. Он, наверное, смеялся уже. Мне кажется, они еще не вышли. Да, парни, у меня то же самое есть для вас в целом-то. Найс. Найс. Гига найс. Так, а что мы вообще сделали? В чем был смысл всего, что мы делали? Мне кажется, это щит, он не должен работать. О, ура, босс вертолет. Вперед. Кто вперед? Что вперед? Зачем вперед? Ага. И все. И все. Угу. Че с дробашом? Ой, с этим, с вертолетом-то делать? Димас, есть предположение? Бежать. Я не понял, что ты сделал. Ты что-то отключил, я вот не понял, что. Что-то отключил. Назад, что ли, бежать? Думаю, да. Думаю, надо тачку возвращать. Ну, судя по тому, что тут все ломается, выбор правильный. Окей. Скорее всего, сейчас здесь еще враги будут. Перестрелка на мосту, блин, офигенно. Здесь где-то были патроны, патроны где-то были. Кстати, здесь для ракеты, да. Андрей, в углу сохранение лежит. Где? Там лежит. Вот, прям вот. Я, там, сорян, там Димас, я не увидел. О! Фух!
Ладно. Ладно. Act like pro, bro. Иди сюда, мой хороший. Бесконечный. Бесконечный магазин. Вот теперь можно сохраниться. Оп. Спасибочки. Ну погнали, чё? Бульк. Погнали купаться, братаны. Го купи-купи. Открываемся. Открываемся. Купальный сезон с доктором Фриманом. Доктором Суиманом. Не могу, правда, представить, зачем нам вообще... Хотя могу, наверное, представить, хотя это абсурд вообще полный. Ну, ладно. Что нам надо вот до сюда настолько обратно идти, чтобы забрать баги и поехать прям по мосту. Я, кстати, так и подумал, что мы открыли мост с другой стороны моста, чтобы вернуться и взять баги. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дайте я успею сесть в тачку, на остальное мне вообще насрать. А, сука, чуть-чуть. Блин, в прошлый раз он красиво улетел в море. Ты как-то сохранил? А. Ну да. Мы в центре зоны возражения. Он там нормально ковыряет. Ага. Два патрона, кстати, как будто бы им хватило, чтобы умереть. Обнаружены легкие. Угу. Да, так я ты просто. Может сохранишься. А тут вот. А, не то. Не то. Ладно, погнали. Все равно будет лоудскрин. Будешь авто брать, сохранись, пишут. Ладно. Хорошо. Ай, забавно получилось. Так, ну нам скорее всего здесь налево, да? Да, окей, спасибо, что сказал. Я потому что вообще за временем не слежу. Давай вот сейчас куда-нибудь доедем и все. Может быть до экрана загрузки? Кстати, да. Сейчас он загрузится и...
Кстати, квиксейвы можно делать на клавиши F5, пишет Базезиус. И Андрей не делает квиксейвы. О, Тёма, спасибо потому, большое. Нет. А потому что он вот такой вот. На этом предлагаю офнуть с позором. Да, сегодня Найс поиграли. Хорошая партийка была. Покатали в гвинт немножко с пацанами. Пораскидывали камней. Узурпировали власть в хэдкрабе. Я не знаю, пусть так будет. В хэдкрабии. В хэдкрабии, да. Хэдкрэбляндия. Базезус пишет, что вообще мне нравится стиль Андрея, он не ищет легких путей. Да, какой смысл играть, когда типа тут все заскриптовано, и ты просто идешь по скриптам. Вау, супер интересно. Это может быть интересно, почему нет? КФ, ребят, спасибо за стрис. Стрис. Я думаю, стрим. Всем пока, увидимся. Да,